Добрый день, дорогие подписчики. Вот пришла очередная посылочка из Китая. Значит, тут должны быть силиконовые лейки. Очень полезная в хозяйстве вещь. Сейчас откроем, посмотрим, что там. Посылочка шла около месяца. Продавец отправил ее службой Чи на пост. Шла она без отслеживания. Пришла очень довольно-таки еще и быстро. Сейчас достанем, посмотрим. Я заказывал две лейки. Посмотрим, что там пришло. Так, ничего нету. В таком вот оно. Замотана штуки. Так, сейчас попробуем открыть. Вот такие вот лейки. Сюда, отсюда. Лейка складная. Откроем, посмотрим. Одну распаковали. Сейчас распакую вторую. Так, вторая. Так, вот. Суть этой леечки в чем? Вот у вас на кухне, если там вешаете, да, она висит такая вот маленькая, да? Но она еще может раскрываться. Раскрываем. Раз, раскрылась. Под разный диаметр. Сейчас откроем вторую, посмотрим. Вот такого вот оранжевого цвета. Тоже. Так, сейчас возьмем посудинку. Скажем так, ну вот, к примеру, видите, в чайник, да? И можно наливать. Если бы посудина была поменьше, уже пошло на этот диаметр. Меньше на вот этот, меньше еще на вот этот. Если надо сложить, она складывается вполне элементарно и быстро. То есть тут раз-два, и она сложена. Вот она сложилась. Видите, можно ее вешать. Сэкономит место. Помимо того, она сделана из силикона, который выдерживает до 200 градусов. В принципе, очень полезная вещь. Так, смотрим дальше. Теперь перейдем к продавцу. Вот две вот такие вот леечки. По цене доступные, очень такие хорошие. Видите, цена по большому счету смешная за такую вещь. Вот они идут. Четыре штучки. Вот тоже показывается сосуд. И вот она вставляется. Такая же зеленая. Подходит для масла, для всяких таких вот бытовых дел. Вот такая вот леечка. Такие вот пара леек. Полезная, хорошая. Ссылочка на леечки будет под описанием, под видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Евгений Кончаренко.